перспектива страшная, то, что идет кругом застройка вот такими вот захватчиками. Сейчас это якобы огородные участки, на которых ничего не делается, вот только домики поставлены. Вот. Но в итоге здесь вырастут томб-хаусы. Вот. Вот это мы стоим на будущей дороге. Вы представляете, вот эти вот деревья, это будущая дорога. Вот. Ну и, соответственно, отсюда со всеми вытекающими последствиями. То есть наши дети не увидят свежего воздуха. Это маленький пробный шар, который люди, администрация, власть местная закинула. Дальше она будет стараться уничтожить полностью лес и застроить, потому что негде в городе строить. Застраивать они его захотят и будут, и желают. А если это произойдет, то действительно дышать будет хуже, хуже и хуже.